Всем привет! Сегодня у нас будет прохождение битвы гильдии. Попробую сегодня ее пройти вот таким вот атлантом и новым героем Фрей. Вот такой вот сборочке. Попробую потрешивать. Побежали, посмотрим, кто у нас там сегодня есть. Это Астра, Спартак, Беатриче, 30+, походу гильдия одних негров, что ли. Ну, побежали, будем сегодня на Спартака нападать. Так, что тут у нас есть? Стрелок. Ну, давайте попробуем вот так. Выманим орнитоптеров. Вот, побежали все. Атлантика кидаем. Так, стрелка мы убрали. Еще раз резнулся. Вот живучий стрелок. Все, стрелок улетел. Далеко и навсегда остался Рино. Хорошо, сделаем немножко по-другому. А живую берем, поставим. Руны утекания. Так, ну ждем, пусть она выпускает всех орнитоптеров. Стрелок, мы его просто отманим. Так, три есть, да? Кидаем сюда. Побежали. Так. Подбежали, Атлантика кидаем. Есть, Атлант включился. Хорошо. Так, у нас опять Атланты слили. Ну, смотрим. Сможет ли Некрос слить этого героя? Ну, вы сами все видите, ребята. Вот так вот. Вот такая вот теперь у нас будет битва гильдий. Хранитель, до свидания. Ну, вот и все. Вот и вся битва гильдий. Просто ни о чем. Кто там следующий? Хорошо, попробуем вот так вот сделать. Есть, выбежали, ворожай выбежал. А, я немножко не туда побежал. Сейчас еще раз перезаход сделаем. Побежали с Атлантика. Ага, не добежал. Хорош. Включился, да, есть, включился. Ну, смотрим. Смотрим дальше битву гильдий.
Да, ворожей каргул, конечно, много урона наносит ей. Хорошо, перезайдем с другой стороны. Не вопрос, ребята. Не дали включиться вовремя. Давай, Атлантик, я в тебя верю. Нет, не идет. Видите, мешает. А что, если мы будем вот так делать? Отвлекать. Сможем затащить или нет? Так, нужен Атлант. А это хило маловато. Ну, интересно, интересно. Мне нравится именно такое прохождение. Так, Атлант включился. О, блин, они ее все бьют. Надо, чтобы они Атланта били. Под хранителем герои очень хорошо стоят, кучно. Не, не катит. Странно. Попробуем отсюда. Да, ворожей нам тут очень мешает. Так, ну давайте пока вот так сделаем, будем отвлекать. Маловато от хила. Ладно, попробуем ворожая, значит. Так. Кого вперлись? Анубис. Ну, смотрим, смотрим. Не, не канает. Надо убить как-то стрелка. Ладненько, если попробуем вот так. Раз, два и три. Атлант не успел включиться. Конечно, дамаг вы сами видите. Ворожай просто сразу сливается. Но Атлант не включился все равно. Какое мясо жесткое. Да, по-моему, мы их просто сливаем даже без Атланта. Вот сейчас ворожай дает просто подхил немножко, и все.
просто жесть. Ребята, это просто жесть. Просто в лоб. Даже Атлант не нужен был. Просто немножко подхило. Да. Круто, круто. Офигенный герой. Так, ну-ка, кто тут у нас где? В принципе, через верх можно не идти. Надо снизу попытаться тут забежать. Раз, два. Нет, не катит. Еще разок. Раз, два. Не включился Атлант. Да что ж такое, Атлант не включается, ну. Не успевает просто. Ладно, сейчас выпустим ее. Ближе подбежали. Есть, Атлант включился. Да, юниты. Не хватило немножко. А, у нас тут снизу ворожай, все. Не будем пробовать отсюда проходить, будем пробовать проходить вот так вот отсюда. Блин, придется поставить, наверное, оживу. Хотя, чем мы мучаемся? Давайте попробуем ее запустить. Стрелка у нас тут нету. Попробуем ее вот так вот запустить. Вот она зависла на Анубисе. Она его бьет. В принципе, это хорошо. Так, кто там у нас следующий будет с героев? Так, нужен немножко отхил, пускаем Атланта. Все, верх мы разобрали. Побежали дальше за Анубисом. Говорю, за Анубисом. Вот, ворожай Некрос. Это просто жесть. Просто полная жесть. Некрос ничего не может ей сделать. До свидания, Некрос. Нет, и решила жить. Ну, теперь до свидания. Она просто стоит фуловая. Теперь какую бы вы защиту ни качали, вас можно пройти без проблем. Следующий.
Так, Рено, череп. Дерка. Красавчик просто. Ну, давайте попробуем. Так, раз. Два. Так, бьем сначала черепа. Есть у нас стрелок, да? Да, есть стрелок. Он нам будет немножко мешать. Ну, давайте попробуем поотвлекать. Если получится. Не, не получилось. Так, значит, кидаем опять так же. Убираем тотем. Раз, два. И юнитами отвлекаем. Не понял, что это было. Ну-ка, еще раз. А, тут еще один тотем. Хорошо. Нравятся мне такие люди, которые ставят тотем и не прикрывают дырки. Просто топчики. Так, раз, два. Отсюда спамим. Не, не катит. Ну, давайте попробуем через верх. Можно вообще, в принципе, сюда и попробовать забежать. Раз, два. И ворожая кинем на подхил. Смотрим. Ну, все. Вверх просто ушел. У нас остался... Да, у нас практически никто не остался, ребята. Это жопа. Это не битва гильдии, это просто жопа. Смотрите, что они сделали. Это просто жесть. Какая база? О чем речь? Что будет, если я выставлю на базу полностью Купидона, тыкву, хранителя? Они просто всех ушатают. Так, она против стрелка. Я стрелок ушатал. Тут Бигфут, стрелок. Сейчас попробуем повыше зайти. Вот отсюда. Делаем вот так, кидаем. Давайте еще ворожая кинем на подхил. Так, Рину. Рину унесли. Смотрим дальше. Можно кидать периодически юнитов. Даже нужно. Смотрим. Ворожай ушел. У нас стоит сейчас два героя. Ворожай и она. Все, стрелок пропал. Смотрите на Некроса, что сейчас будет с ним. А у нас еще Анубис остался. Ой, это печально. Шанс слива, ребята, минимальный. Ладненько, давайте кинем своего стрелка сюда. Афину. Не увидел, что оно без жив. Ну вот. Пусть будет такой вариант. Смотрите, сколько дамага. Это просто жесть. Бедный Некрос. Ну я не знаю, ребят. Ставите дерево просто и все. И тут вообще никто ничего не сможет сделать, никакая защита. Это бред. Да. Вот такая вот битва гильдий. Пишите в комментариях, как вам такой герой. Стоило ли его вообще вводить в игру?
Потому что, ну, с ним сейчас реально игра просто становится, ну, не знаю, вообще непонятной. Зачем все предыдущие герои, если, блин, каждый следующий полностью перечеркивает все ваши прокачки, всех ваших героев? Тут даже суть не в донате, вообще просто люди как бы играли в кайф. А как против такого героя играть? Ну как? Он сливает полностью все. Да. Все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну это просто жесть. Просто жесть. Все, всем пока.